На крыше! Крыша! Не докинул! Ёптель-моптель! Не я, не я, это Илюха. Похер мне на твою дверь, вот это сундучочек. Успею или не, пока вы... Опа, Илюш. Опреснитель воды уже и не лезет никуда. Броник пятый. Что-что? Да у меня лута уже куча. Не лезет? Не лезет. А ну покеш. Погнали, 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 погнали. Сначала на гору, да, встречаем типов, потом идем на радиейку, Жека. Да, конечно. Все, 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 все. Сейчас, чтоб в спину нам не начали валить. Ну да. И уже могут быть, Жека, на горе типы. Уже у нас. У нас где? Да ладно, лучший брат. Давай, 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 давай. Второй ног. Блин, Жека, 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 падай. Лучше, лучше, еще один. Вот, прям здесь. На вас? Вот здесь прям. Да-да-да, добивает. Лучший. Занимайтесь. А, Илюха не мокнутый. Не. Пацаны, сейчас... Уже и сзади должны подойти. Конечно. Но мне не нравится только то, что этот. Они не красные. Даже не красные. Возьмете МК-ху поврежденную? Нет. Кобра, МК. Блин, у меня автоподбор остался включенный. Надо выключить автоподбор. Поконтрольте пока типов. Потому что я в классику играл, понял? Разрывы зажигательные 7.62 ядовитые. Мне не надо. И зажиги мне не надо. А теперь можно. Все, го. Да. Сзади кто-то тапает. Тапает по нам? Не-не-не. Ну если спереди типов не будет, то чё, сразу продику. Да, на ратку. Никак я не научусь. Надо вообще в каждое видео брать граник с собой. Я просто когда в соло катаю, я без него иду, для того, чтобы не было жалко скидывать его. Друзья, всем доброго времени суток. Я думаю, вам уже известно про отбор по голосованию на чемпионат мира под названием PMWI. Так вот, я с командой нуждаюсь в вашей поддержке. Мы стали чемпионами Африки, но, к сожалению, из-за новой системы подбора команд нам нужно выиграть голосование. Давайте я вам объясню, как именно вы можете нам помочь. Прежде всего, я вам покажу, куда именно вам нужно нажимать для того, чтобы вы могли проголосовать. Заходим во вкладку «События», она находится справа от экрана, после чего заходим справа снизу от экрана на значок «Кубка». Нажимаем на него, после чего нажимаем на кнопку «Голосовать». Слева вы можете увидеть вкладку «Регионов». Вам нужно найти регион Африки, как это будет указано на видео. После чего справа от экрана вы можете забрать голоса за задания, а также за промокоды. Актуальные промокоды вы можете увидеть в описании под этим роликом. После того, как вы получите все голоса, вам нужно найти команду под названием Triple D в регионе Африка и отдать все голоса за нее. Те, кто уже голосовал, напоминаю, голоса обновляются каждый день во вкладке ежедневных заданий. Спасибо, что помогаете именно нам. Для нас это очень важно. О, ящик открыт, прикинь. Открыт. Да, ты видел, я видео снимал? Не. Мне золото не упало, а после того, как я видео снял, опять побежал, залутал и упало золото. Золото и объектив за один заход. Хорош. Да, я прозрел. Жалко, на видео так не было. Так ты выкупаешь, если ящик открыт, то типы либо уже там в оружейке, около оружейки сидят, либо же на радейке. Ну, да. На радке, да. Если... Я думаю, что оружейку нужно... Опа, пока.
речи. Они, думаешь, зайдут? Я думаю, да. Ну давай до 21 минуты на оружейке подождем. Сколько моликов с собой, Жека? О, я 8 взял, поэтому я сейчас да я туда заброшу сразу. Ну да. Одного достаточно. Открыто. Они на радийке. Блин, сейчас все будут складывать. Давай все равно подождем, чтобы эти в спину не закрыли. Ну да. 3 минуты. 30 минут, да. Тихо, типы, типы, типы. Уже сразу типы? Слушай, так да, и да, минуты да, не прошло. Я готов. Жека, молик, 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 молик. Все, закрыли. Их двое было? Ах, ты красного лутал. Ё-моё, Женя. Что тут? Помочь? Да тут ничего нет. Разрывы. Да было, что-то было. МК вышка нужна? Не. Все. Все, а теперь можем идти. Сейчас забустаюсь. Я графику сразу меняю. Да, тачки нету уже. Нету? Укатили? Нет. Ну конечно. Карету укатили. Ёптель-моптель. Илюха, там спрашивают постоянно, что ты молчишь. А, понял. И что, постоянно так типа будешь? Насколько лайк? На 5000 лайков, если под видео скажешь, почему молчишь? Возьмите пушки в руки. Окей. Да, типы! Слушай. Меня резнуть. Проходит. Лучший. А я такой говорю, возьмите пушки в руки, ребят. Да-да-да, вовремя ты сказал, брат. А чё он меня... Да что ж все такие бомжи, я не понимаю. Сейчас бустаюсь. Стой, ты бустайся. Все, Жека, забусан? А, горишь! Так горю. Да ты сейчас меня подожжешь. О, сейчас сюда молик, ты шо, Ильхаешечка, а троих бы сразу кто-то закрыл. Так, шо, на радийке? А, не, есть Жека, типа, на радийке, брат. Это ж одного оставили контролить. Да. Все верно. На крыше! Крыша! Не докинул! Ёптель-моптель! Кто? Не я, это Илюха. Хиль, брат. Что ты далеко бросаешь? Ты шо, у него там фаер-шоу, слышишь? Да, там пригорает знатно у типа. О, сейчас. Молик дал. Мне. 12 хаек. Хороший. Аккуратно, я еще одну дал, брат. Хорошо, брат. Красный хоть. Ну такой. Я уже забрал, я не знаю. Да какой молик? Молик, зачем тебе? Я заберу. Да я уже не знаю. Стой. Погоди. Надо проконтролить крышу, брат. Или это тоже? Нету никого. Этот сразу откис. Не знаю, этот сразу откис, не откис, но Илюха уже лутался. Он типа, Жека тут залутан, брат. Да, я знаю. Вижу. А, все, тут не залутано. Угу. Собаки на вас огрелись. Ну зачем? Как думаешь, будут типа еще или все? Хз, братик.
Но у меня чуечка, что кого-то одного заберут из нас. Чуечка, что кто-то один не доживет? Да, да, да. Присутствует. Я думаю, что я, потому что уже броник помнит. Собаки бьют! Илюх, помоги! Сзади постреляй по собакам. Все, помог? Да вроде да. Собаки-нубы. Вы босса убейте, там с босса лута упадет вам, пацаны. На, на двоих хватит вам точно. Сколько время? ЖК, слышишь? А выход... А, все, я понял. А, я не обратил внимания. Я, по-моему, ставил метку. Если это выход, то я ставил метку. Если нет, то эта метка не на выход. А времени у нас еще полно. Если бы найти флайерган, было бы вообще круто. Сколько уже вынос? Да понты. Меня тоже. 1,7. У меня 1,3, так что у вас еще и нормально. Интересно, босс с первой тычки убьет? Смотря... Он выключит полученный этот. Короче, фигня. Ну, у босса там, по-моему, две разных фазы нападения. С первой там можно присесть, и он не нанесет урон. А другая фаза, то он сразу там 6 выстрелов, по-моему. И сразу убивает. Что, слиток наш? А ты письмо не брал, черное? Вода залутана. А ты тоже не брал? Плохо. Ух ты. Больно. А подвал лутали? Подвал лутают. Туннель ты имеешь в виду? Ну да. А чё ты не откроешь? Я жду. Что? Спасибо. Странный. Тут понты уже осталось, лута, Жека. Да я понял. Сейчас я вернусь, пацаны. А, у меня аптек нет, офигеть. Не забыл ставить до пола. Ну там, по-моему, ящик один нет был. Я на всякий случай крышу. Да Илюха тут все уже открыл ящики. Собаки. Спаки, Жека, остались и молики? У меня только хаешка осталась. Жень. Ау-ау-ау. Смоки и молики остались у тебя? Не. У меня только хаеха одна. Ничего себе. Илюха, а ну... А чё, Илюха? За скам. Это черная дверь, братик. А как вы открыли? А я письмо нашел, понял, и решил морознуть всех. И... Ого. И сам открыл. А подписчики хотели посмотреть, что там? 100%. А что там? А ну напишите в комментах, хотели бы вы посмотреть? Похер мне на твою дверь, вот это сундучочек. Да ты шо... Я им показал нечто лучшее, чем черная дверь. Что мы делаем? На выход тулим? Да, на выход. Тут ящиков еще открыть надо.
Ну вас нафиг, я вас знаю. Я просто думал, вы за мной побежали. Прокину так. Успею или не, пока вы... Опа, Илюш. Опреснитель воды уже и не лезет никуда. Броник пятый. Что-что? Да у меня лута уже куча. Не лезет? Не лезет. А ну покеш. Ну пошли нахер отсюда. Быстро. Я как понял, я мимо тебя пробегаю, и тупо чертеж лежит. А что это за чертеж ко мне прибежал? Так, ладно. Мы тогда сделаем по-другому. Мы тогда сделаем вот так. И вот так. Так, теперь это мы сюда. Не хватает места свободного. Ладно, пускай тогда там будет. Да что вы сидите? Так, меняю графику. Погнали, попробуем выйти. Так, что тут пробовать? Сейчас графу сменю и выходим смело. А, так выход у нас рядышком там прям. Можно было бы до Талова здесь сидеть. Давай тогда ты за рулем, я сяду. Все, тут надо на ноги Жека. Ну, пока чисто. Ну, ты же знаешь, что в любой момент. Ну да. Но у меня только 7 хаешек, моликов нету. Ого, 7. У меня 0. Так мы заходили на радку, у меня 12 было. Я как психанул, как взял. Она же по-любому сейчас на том выходе будет ждать тип. Мы же двоих закрыли. А, точняк, точняк, точняк. И один тип остался под контроль. Да. Пушку возьми. Пушку? Ну пускай будет. Жди, Илюха. Что? А ты что, сейчас бонус кому-то выбежит? Мы? На выход. Так, а чё? Ну давай. Только погоди, я ж тебе все скину. Хорошо, конечно. Зато чертеж, что ты поднял, теперь ты должен все скинуть. Ты знаешь, сколько эта, эта штука стоит? 10 тысяч. Стильник. 10 тысяч должен. Сколько? 10 тысяч. Ого. А ну, я чисто ради прикола подплыву, посмотрю, что здесь. Ставки ваши, Жека. Что тут есть? Я думаю, нихера. Я думаю, я сейчас утону, а вас развалят ты сверху. Сдохнешь. Да, да, да. Я пока утону, а вас развалят. Давай открою. А ты зачем плывешь? О, часы. Там ничего не было. Сколько вынос? 2,7. 2,7. О, возможно, будет даже рекорд. Возможно, больше 5 лямов вынесу. 4,8 пока у меня был. 4,8 всего. Это стоимость или сам вынос? Не, сам вынос. А ну пускай на выход не нажимает. Классно, я все забираю сразу. Так, сейчас, патроны скину. Все скидывай. Пацаны, вы слышите? Да. Золотой слиток забери, пожалуйста. Сейчас, я случайно взял патроны. Забрал, все забрал. Еще что-то есть? Есть. 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 Илюха, есть что-то красное? Все? Я скинул еще ну, вот. Вот детектор биологический образец. Ага. Образец. Давайте еще что-то. Забрал? Мне. Да, лезет еще. Еще? Вот. Еще есть? Все. 4,8. Да что ж такое? Забирай остальное.
Больше 5 лямов не выношу. 5 лямов даже не выношу. Все, пацаны, я свалил, потому что меня не развалили. Давай. 3,8, даже 4 лямов нет. Это дичь. В сквадах. Я в соло 4,8 выносил. Братик, ошибка. В смысле? Подожди, у меня чуть сердце в пятки не уж. Мимо меня тип пробежал. Реально? Да. И что, не заметил? Не, я лег, ты ж, у меня же голова разболелась. Вышел, да, ты? Да, я вышел.